Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня мы смотрим на стриме видеоролик, который мне прислал на подписчик Саша Шурогодчик Донатик, за что ему огромное спасибо. Значит, это, ребят, Жироку, Байглок, Топкоминг, Топ-1, превью второе. Ну что ж, ребят, это какой-то уровень в Geometry Dash. Впервые я слышу его название, называется Жироку, либо Джигоку, да. Вот. Желаю всем, ребят, приятного просмотра. Давайте смотреть, что ж нам такое сказали. 5 минут 54 секунды. Это вам не хрыму. Какие-то помехи в начале. Опа! Ничего себе! Боже, какие крики! Когда ты так стой? Я не знаю, кто ты человек, блядь. Тут пролеты, блядь, минимальные. Это жаль. Чекайся. Тут волну вот эту 100 лет надо походить. Один кусочек. Ну тут декора уже нет. Это сайлент-сайл. А это точно сайлент-сайл. Станет уровень. Ого, скелеты, нифига себе. О, скитбокс. Что у нас скитбокс? Что грустно, я не грустно. А, так сам уровень идет где-то 2 минуты с половиной. Это футбол. Где футбол, наверное, был? Не знаю. Не, ну жесткий этот уровень.
посмотрите, вот пролет. И дроп спас. Я сижу отпеваю. Во всяком случае, это понравится. Творочный момент, он не слабый. Жестко, я лайкнул. Меня вот это прикольнуло в конце. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного уровня. Уровень получился таким запутанным, интересным. И шел он 2 минуты с половиной. Креатор молодец, это соло проект, потому что это один человек, на компании даже не указано, только написано глупо. Жестко было построено, декор уже в чатике написали древний, но ничего, не зашло и понравилось. Слушай, вам всем привет, огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в комментариях пишите свое мнение, мои реакции, мнение насчет данного уровня. Всем я вам желаю добра, бобра, демон, демона, экстрим демона. Всем удачи, всем пока-пока.